И стартовал третий заплыв среди женщин 50 метров на спине. И очередные 9 спортсменок. Сейчас выяснят, кто из них сильнее. А между прочим, надо сказать, что очень много зрителей, полные трибуны у нас сегодня в Дворце водных видов спорта РУЗа, где проходят наши соревнования, открытое первенство «Спортвизор» по плаванию. Очень шумно, сзади меня находятся самые шумные болельщики, как сказали бы футболисты.